канун 23 февраля десятиклассники Одинцовской школы номер 17 побывали на занятиях по боевой подготовке в Таманской мотострелковой дивизии. Школьники смогли увидеть, как солдаты проходят полосу препятствий и принять участие в тренировке на огненно-штурмовой полосе. Ребята получили настоящую экипировку и оружие с холостыми патронами. Им рассказали об устройстве автомата Калашникова и легендарного советского пистолета-пулемета ППШ. Школьники прокатились на танке Т-72БЗ.